Давай, 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 давай. Номер 4. Полузащита.
Потихоньку входит в игровой ритм, наконец-то стал замечать нарушения.
Мулашев полил на Русове. Штрафной удар достаточно опасный. Добавили на Колесников. Пока у нас пауза. Еще один. Команда в прошлом сезоне заняла 7-е место во втором дивизионе, но поскольку 6 команд выходили напрямую, а Успенская Дубль занимала как раз место в этой первой шестерке, то Новая Москва напрямую попала в первый дивизион. Не получилось со штрафного пробить. Легче возвращает мяч Муратову. Классно. Байдамов. Сюда, Паш, Паш! Дай, дай, дай! Хорошо, вернул паузу, но пас был поточнее. По правилам игры манежа это аут. Пользу желтый черный. Паш, ты что там не дал? Зону штрафной дай. Болкарев хорошо поборолся, назад Колесникову, и хороший пас на Русова. Русов дальше на Бабина, Бабин на Платаре пережает, хорошо снимает мяч с головы у Олега. Отогнал левым краем, перезвелил, что такое, мяч просто свалился с ноги и ушел. Я даже не знаю, лицевую ли он пересек или боковую линию в итоге, лицевую отворот. Был убойный момент, но не смог Харитонов его реализовать. Лучший бомбардир команды «Новая Москва» в прошлом сезоне. Золотой группе в 10 матчах. Ох, Русов сейчас прощает «Новую Москву» в ответной атаке. Харитонов в 10 матчах забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач. 14 очков за 10 игр. Это весьма хороший, приличный показатель. Таких команд, как вы играли в Золотой Лиге. Так что да, пожалуй, можно считать его сегодня самым опасным игроком в составе белых. Но конкретно этот выпад он не реализовал. Бросает аут. Попытался выиграть это единоборство, но он вытерпел мяч. И перевод диагональный. Кузнецов головой борется. Стенка, Чехирчик. Опять мяч. Получает Кокарев. Можно обыграть один в один. Попробовать. И он уходит от оппонента. Подстраховка сработала, но что показывает судья? Нарушение Кокарева. Оригинально. Андрюх, смен нужен. Вёс, ты? Миша? Давай, Майк. Верим, верим. Работаем, пошли! 4 в 3. Пайдамов. Пас на ход Кокареву, Кокарев опережает, вратаря. Варенов в последний момент выручает. Остались двое. Смотри, игроков, смотри. Выбивают мяч. Пайдамов на подборе и через Муратова. Муратов сильно вперед, не доходит мяч до адресата, до Кокарева. Но выбивают потолок белое. А вот миф и замена тем временем Колесников. Уходит в поле Жуков. Выявляется. Киров через пас. Русов. Направо еще. Лево. Жуков через Муратова сыграл. Пайдамов получает мяч. Русов. Вернул Пайдамову неудачно. Нужно цепляться, нужно бороться за мяч и выгрызать желто-черные.
Перевод, перевод нужен. Через защиту сыграно. Жуков на Федерчика. А, просто зону, дай! Здорово, Мадура сыграл. Мулашев сейчас прекрасно блок совершил. Чановы на слух предыдущей встречи с Мистерией. Мы говорили о том, что лучше скатываться через игры с командами, которые также вышли из второго дивизиона, но тем не менее играть с командой, которая из второго, из первого дивизиона чуть не получила путевку наверх выше. Телефон не оставляли? Потерялся. Продолжается атака Новой Москвы. Хорошо. Внимательно, внимательно с игроками. Персонально. Продолжается давление Новой Москвы. Хорошо. В сторону дальнего угла. Направляли мяч москвичи. Немного неточно. Ну, так вот, закончу мысль. Москва сыграла с Мистерией, сыграла очень достойно с командой, которая вышла, получила право на выход из первого дивизиона Пушкина, но отказалась от этого выхода. Доиграли игроки Новой Москвы, и Кузенков замыкал на дальней штанге, немного не попал в створ. 1-1. Достойный результат в истерии Новой Москвы в прошлом туре. И единственный забил Рамиль Мулашев. Крос на Русова, Варенов выходит из ворот, Русов пытается закинуть штрафную и аут. Аут на Москве. Ближе, ближе к игрокам, ближе! Давай! И еще один. И еще один аут. Варенов на выходе играет, подбор за Мифом. Кокарев убрал, убрал вратаря. Удар! Гол! 2-0! Бля, слышь, Макс, я сейчас сердце больной. Вань, готов? Замена! Максим, чуть-чуть передохни. Хорошо, хорошо, здорово. Давай, Вань, левый край. Только что он вышел, заменил автора мяча Кокарева. Балин пробрался на себе. Горчак. Вернемся! Мячу Варенов на выходе здорово сыграл. Да. Москва с мячом. Перевод налево. Пугался Хайдинов. Вайгамов. Горчак. Хорошо. Обыгрывает. По-моему, пас. На Горчака проходит. Нужно решать лишний пас. Парень, да, он пытается обыграть двоих. Зря, но подбор за Пайгамовым. И опять Кузенков на Москву не видел. Единственное, может быть, успехнул на кого-то, но сложно мне судить именно этот эпизод. Кудышев, Кузенков. Да. Касание
успеть на ваших успевать на ваших мячах. Горчак находится в центре Кузнецова, можно пройти к воротам. Собственно, усиленно выбивают, подбор снова за Новой Москвой. Не дай, комбинация, прострел в центр, Кузенков ошибается на приеме немножко и выгрызает мяч, удавливая Дениса. Хороший дриблинг, удар, Муратов выбивает, Сидирчик. Здорово. Здорово, хорошо. Действовали в этом эпизоде Манас Муратов и Павел Федерчик. Спасли команду. Персонально выбили. Не бросаться. Совместными усилиями выбит мяч Сладкевич. Все, молча. Что было это? Тихо. Я смотрел нарушение в действии. Был зацеп, поэтому я здесь соглашусь с этим решением, хоть оно и прозвучало немножко запоздало после того, как мяч оказался у ворот Новой Москвы. Мулашев у мяча. Олег, набегающий вот сюда, смотри, прострел. Вот, да. Игроков убираем игроков. Мулашев в створ, Байгама. Разобрали персонально, разобрали. Ближе к игрокам, ближе. Денисенко мяч уходит, еще один аутбелый. Позиция! Макс, подойди, Макс. И отлично Пайдамов поборолся в касание, возвращает Байон мяч, не очень удобно обработать. Сзади! Гори! Горчак! Отобрали мяч, Горчак борется, продолжает борьбу. Здорово! Вступил в игру. Мяч у Валерия. Показывает судья на руке неправильный шаг. Замена, товарищ судья! Олег! Кирюх, впереди, Кирюх, впереди на острие! Дюс, ты готов выйти? Да. Сейчас на свою Мишу направо вместо Тимы. Мулашев направо. Открывает мяч Соколов. Перевод. Да, не фамилия, зали выжимай! Не надо, не выбрасывай! В обыгрыш. Центр пас Передонов хорошо обыграл. Вяжет желто-черный по рукам. Сейчас Копарев, как он здорово подобрался. Шире! И на Горчака пас. Горчак. Один слева упирается в оппонентов. Чуть-чуть пораньше. Сука. Угловой. Смой, вернемся! По игрокам сразу возьмите! Я смотрю,
кем, да, хорошо здесь разобрался, выбить, правда, сам не получилось, но здорово поборолся и пас вперед на Русова. Малаша. Мурадов зацепил мяч, это спасение. Следующий паузу. Угловой удар. Разыграли на коротке, Спиридонов будет обыгрывать. Будет обыгрывать, не считая центра. Пробуй сюда. Пытается расшатать удар, Мурадов справляется. Давай, вот тут все, давай. Замена. Тим, передохни, Тим, Миша, право. Парни, чуть-чуть помогли, выше, чуть выше. Можно обратно. Отдушите, поддушите. Егор. У нас вперед, Колесников. Один. Горишь. Право пол. На Кухарева опасный пас. Чуть-чуть до него. Хорошо, Колесников сыграл на подборе, Сотарев снова борется. А вот теперь уже перевод верхом, но нет, точно не догоняет. Рука хорошо сыграна. Рука хорошо поборолся. Вернулись. Миша не бросаться. Не точно. Один.
Кажется, обе команды сыграют по острее, но здорово действует перехватов игроки центра поля. Кузенков через вратаря Варенов. Нужно решать! Не попадает Азиз. Перерыв. На одном дыхании первый тайм. 2-1. У нас другие уходят в Передонов. И длинный удар на Златкевич, здорово выбивает мяч. Посмотрим, кто здесь сейчас расположился. Направо ушел Харитинов, чтобы смещаться в центр и заряжать поворотом. Лево в полузащите. Мак, вы правы, Мак. Владкевич. Аза, сюда еще. Центр защиты. Кузенков ушел на правую оборону. Также хороший опыт в борьбе. Читал здорово. Зато сейчас Айдамов Милашев. Передонов. Удар в дальний угол. Мяч практически облизнул перекладину. И снова Мулашев, какой он объем работы проделывает, колоссальный. В центре просто здорово играет. Кузенков пошел вперед, подключился. Давай, слишком сильно зарезал. Внимательно, ребят, подбор. Балин. Задел кого-то. Мне показалось, что вообще без стенки. Нет, зацепил кого-то из игроков и угловой. Рыжий, высокий, с высоких. Наверх, Колесников. Артур, выше. Ушли по своим, Прям на 3,40 секунды раньше. Да все, уже через центр играем, быстрее. Через центр, блядь. Хорошо, Федерчик навязывает борьбу с Передоновым. Сыграно четко. Ну, там Улаша, по-моему, опять с мячом отобрали с нарушением правил. Сука. Игроков разобрали внимательно. Все, тихо. Это удар, но чуть выше ворот. В исполнении опять же Мулашева.
Вот здесь в руку попадает мяч и а что случилось? На ногу наступили. Не надо, не надо, не надо. Ну, да, давай, передохни. Замену, товарищ судья, можно? Пожалуйста, пожалуйста, проводи. Тим, чё? Выходишь лево. Макс опора, Макс опора. Там наша опора. Аза, просто спокойно, просто спокойно, успокойся. Заебал. Спокойно, спокойно, спокойно. Ребят! Один, один. Денисенко пошел. Колесников. Снова Денисенко. Не точно, она просто. 3, 2, 4, 2. Не торопи. По штрафную. Удар в дальний угол. Не попадает Новая Москва. Главный. Как это опять зацепил. Что, игра? Сложно вот эти вот микромоменты ловить, но кто-то из игроков Мифа спас ситуацию и назвал удар. Малашев. Харидинов. Узнаем его левую, видимо, левша у Новой Москвы. Главу показывает арбитр, но сейчас я не видел, чтобы кто-то из игроков не пустил мяч. Не бросаться! Перед собой! Хорош, Манас! Не бросаться, не бросаться, не бросаться, приду! Отворот. Я тебе не понять, я дам тебе, блин. Куда? Давай, 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 давай. Работаем, работаем, дай, работаем, середина, парни, дай, работаем. Дай, дай, середина. Двигаемся. Мак. Бля. Кусай. Кокорев Балчева сыграна. Есть, есть, есть. Пас Соколову. Открывает и на бег штрафной пиздечки выигрывает воздух. Малаша снова на подборе, четко сыграно. Кокарев. Молодец, на нем, по-моему, Харидинов. Третий номер, отходим. Отходим от мяча, отходим. Куда, бля, там уже 12 шагов. Лесников очень сильно. Просто подскочи в последний момент. Арчи делал. И Муратов должен забрать. Несенко обыгрывает. Русов уходит вперед. Арбизунков один топ. Горе Шептарян. И разгоняет. Очень значимый у Москвы. Чисто мяч сегодня Колесников. Окорин здорово в горе. Сам устремляется в атаку. И в него отбирает мяч Малашев. Пас. Харидинов. Уходит по правую. Не справа. Сыграй! Колесников. Кокарев. Товарищ судья, пока вот эту карточку уже убивают просто. Просто на убийство идет. Все, все, все. Аза, выходи. Только спокойно, спокойно, пожалуйста. Егор, за ним встань, за ним. Меня сейчас. Вводи, вводи. Блять,
Макс, как будешь готов, скажи. Один раунд. Здорово! Лашов, колесо, спасает. Латкевич подключается уже. Ниже, один. Один. Кого? Пальгамов снова на подборе. Русов. В ногах. Колесников же перевод на свободный фланг. Здесь Кокарев один, можно набирать ход. Завозился с мячом, но укрывает, уходит от Харединова, уходит от Кузенкова, это фол! Все, спокойно! Двое! Даяза попробует, Олег! Даяза, дай час! Все, спокойно! Вперед! Пойду. Все, пусть попробует. Маза, просто спокойно, успокойся и делай. Олеж, ближе к центру. Нет там вам стоять, бля, потом они один, ни второй не вернутся. Пальгамов створ и снова выставляет варенок. Гоняй!
Встаем, 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 встаем. Назад, давай, назад, давай, назад, 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 назад. Что шире дали? По центр Мулашев. И Пайгамов красавчик помешал сразу развернуться. И здесь накрыл. И Муратов забирает. Забирает, забирает Муратов мяч, отпустил, но в итоге забрал. Сейчас, сейчас не удалилось несколько фолов. По игрокам сразу разобрали. Просыгана и Муратов сильно вперед, на сей раз потолка не касаясь. И мяч остается в поле. Доходит до Варенова. Кузенков. Мяч Колесников. Не точно. Кокарев хорошо сыграл. Снова не точно. Златкевич сейчас Бережен не сыграл. Кузенков. Передонов. Передонов прострел. На дальнюю выше ворот. Пожалуйста, заходим, заходим. Мишань, давай. Если Колесникова, Жуков выходит. Муратов сильно вперед. И воздух выигрывает. Отскок был в сторону ворот. Варенов смогли выбить. Здесь защиту справились. Уходит центр. Можно разыграть. Блять! И не поверил, Денисенко почему-то не пошел. Вернулись, вернулись, вернулись. В очередной раз прервал его с припасом. Прекрасно считает игру Антон. Гамов пошел бросать аут на базу, но перелетел на всех. И Варенов готов вести сразу на левый край. Сейчас Передонов подвесит. Только сейчас на него выдвинулся Федерчик, сопровождает его Бергрок. И какой подкат роскошный! И мяч выбьет в сторону пары. Налево цепляется. Один. Кузенков. Гусов. Шикарно сыграно. Перед мячом один. Перед мячом. Сзади. Сзади. Там, там, там. Братарь, это сигнал. Андрей, это сильно. Навязывает борьбу, навязывает борьбу. Кузенков уходит от него по флангу. Не нарушай, Степан! Выпутались из этой ситуации. Левые, но... Стой, блядь, стой, ты сделал! Олеж, передохни, просто передохни. Вань, впереди на острие. Олеж, замена! Ты можешь, будешь доставать, блядь! Не кидай, не кидай!
Олег, Олег, 3 минуты, передохни, Олег. Не-не-не, еще чуть-чуть, Макс. На замену, Олег, передохни немножко. Ваня, впереди на острие. Я понимаю, посыпались, вся была, просто выбивание, блядь. Все, 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 успокоились, ставь, успокоились. Все, спеши, ставь мяч. Не мудрите, не мудрите, парни. Давай туда, иди. Пойдем. Давай, давай, давай. Бровка, бровка. А с левой рука. Отдай, отдай. Да. Наш, белая грань. По игрокам, по игрокам. Дёс, ты готов? Дёс, а? Ты готов? О, блядь! Как здесь бросать пилу, а? Ребят, пожалуйста, свои. Дышим, 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 парни. Ас, бросающий. Ас, ас, ас. Бровочку, бровочку, бровочку. Килюк. Давай, давай. Ну что, парни? Почему вообще он заходит? Давай, слышишь, а? Держи! Что там взять за спину? Жди, жди! Жди! Давай, давай! По игрокам разобрали! Кто? Дай мне! Смотри, играйся! Руки убирай! Это спасение, спасение Пайдамова! Они! По игрокам! Они! Плотно, плотно! Давай, Огонь! Убивает. Ты скопарил! Ну чё, ничего! По игрокам! Смоем, руки убираем! Не бросаться, не бросаться! Ой-ой-ой! Ромится на нас! Не спеши, не спеши, не спеши! Смой, повернули! Коснулся, играем! Давай, ну что стоишь? Слушай, улетит, улетит, улетит! Отправляется Кузенков. Кузенков на Кородинова. Подборы! Утроем афанг выпил! Лево внимательно! Лево внимательно! Да почему ты расслабляешься с трикута, блядь? Еще! Русов тащит в одиночку! Хорошо, убирай! Ну вот и не момент. Все хотят играть, блядь, ёпта. Замена! Макс, давай, передохни. Миш, левый, Миша, левый край, Миша, левый край, идёт защита. Миша, левый, Миша, левый, бровка. Макс, еще надо, если будешь готов, скажи. Ворота. Давай ниже, подпущу. Разобрали, разобрали! Кирилл, подвигайся. Три в одного! Один! Не бей ворота, блядь, не мутись!
Еще азар. Первый азар. Давай! Забегай! Ой, прямо атака левым краем, новый маски вылечил, не пропустил. Дышим! Ди, молодец, Ди! Вперед, Горчак борется, сохраняй мяч! До конца борется, до конца! Юрка, что за них нормально? Спросите мяч! Один! Хорошо, Малашева на ход. И тот пытается отыграть Пайгамова, но это не удается. Пайгамов здорово сыграно. По игрокам сразу! Подбор! Не отпастись, блядь! Олег, готов, Олег? Да, готов. Макс тоже готов? Ближе к игрокам. Опустись, подбор сделай. Невероятный драйвовый матч выдали сегодня команды. За что им огромное спасибо. Игра смотрелась максимально зрелищно. До конца. Не бросаться перед собой. Кузунков кладет мяч. 3-2. Отличный розыгрыш. Давай, еще. Уходим глубже.
Денисенко как сыграл! Горчак борется. Навес. Передонов принимает. И пас Малашеву. И Байгама. И Байгама выбивает. Коснулся мяч. Выше, выше, выше. Все, все. Да подкладывай. Замена, товарищ судья. Следующий пару. Муратов забирает. И свисток финальный. Какой матч мы с вами увидели сегодня. Шикарно.